Первые три видеокамеры на домах были установлены месяц назад. Работали они в тестовом режиме, чтобы жители смогли оценить их преимущества. И теперь на общем собрании жильцы должны проголосовать, будут ли они дальше пользоваться новой услугой. На улице Центральной впервые по программе Таттелекома из Республики Безопасный город было установлено три камеры на обоих домах с просмотром двора, стоянки. Эта программа имеет большие удобства тем, что можно будет либо со стандартного телефона, программы компьютера просматривать свой двор, либо с мобильного устройства, телефон, планшет, при наличии интернета. Есть записи недельные, то есть архив, можно просмотреть то, что происходило вчера, позавчера. Это все пишется в облако, то есть есть гарантия того, что ничего не сломается. Съемка в реальном времени позволяет жителям следить за тем, что происходит на территории дома в режиме онлайн. Кроме того, родители могут быть спокойны за своих детей. Убедиться, что они на территории двора и что с ними все хорошо, станет намного проще. Мы, жильцы вот двух этих домов, в принципе, думаю, что они согласны на это дело. Потому что в случае кражи и в прошлом году происходили. Лично вот нас утащили велосипед из подъезда. Значит, я думаю, что жильцы будут согласны в этом деле. Потому что это все-таки в определенной степени безопасность. Наша же безопасность также наших детей. Вот. Ну, общая безопасность, я думаю. За установку видеокамер жильцы проголосовали единогласно. Месяц техника работала бесплатно в тестовом режиме. Теперь ее нужно будет оплачивать вместе с другими видами коммунальных услуг. Отдельная строчка появится в счет фактурах. Коллективный договор заключают сроком на 5 лет, в течение которых цена за пользование камерами будет неизменной. Андрей Шульга, Юлия Муртазина и Максим Никитин. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».